тот человек. Напал на моего оператора. А вот это то, что у нас осталось от камеры. Если вам это интересно. Никакой драки не было. Вы сами, значит, это сделали. Ну, забегая спереди, оператор стоял, наверное, метрах в трех от людей вот этих. Я пытаюсь с ним поговорить. В этот момент отскакивает один человек, который вел кандидата под руки, подскакивает к моему оператору и вдребезги просто расшибает камеру. Полина Кольт, красноярский репортер, приехала снимать наши выборы и наняла местного оператора. Ситуация, когда остался один кандидат, для страны особенная, интересна всем. Как рассказала Полина, кандидата сегодня от нее явно защищали. Есть видео. Валентин, подождите, вас опять от меня уводят? Да вы угораете, что ли, ребята? Я на трех встречах его была. Да вы меня не толкаете. Сразу после потасовки сторонники красных обступили журналистку. Выпытывали у нее подробности и требовали доказательств. Разбитую камеру оператор спрятал в шапку, чтобы не затереть отпечатки пальцев. Кто сломал оборудование, выяснит полиция. Красноярский репортер подтвердила, что напишет заявление.